W tym duchu zaproponowaliśmy inicjatywę nowego dialogu na temat bezpieczeństwa europejskiego. Przedstawiłem panu ministrowi Ławrowowi logikę tego projektu, traktowanego priorytetowo przez polskie przewodnictwo. Jego celem jest redukcja ryzyka konfrontacji oraz wzmocnienie bezpieczeństwa i stabilności na obszarze OBWE. Jak będzie przedstawiać się? Liczymy na zaangażowanie strony rosyjskiej w ten projekt i jej merytoryczny wkład. Nie это Russia Today Deutsch. Jak на różnych imprezach в Европе не są до... Диалог – to najlepszy sposób załatwiania spraw trudnych. Mam ogromną nadzieję, że Rosja podziela ten punkt widzenia. Jedynym wyjściem z obecnego kryzysu jest dyplomacja. Pytanie do rosyjskiego ministra spraw zagranicznych Sergeju Wiktorowiczu. Dzisiaj... No, что касается содержания натовских ответов, натовского ответа на наши предложения, то, конечно, стремительность, с которой НАТО поменяла свою позицию, говорит о том, что не все в этом блоке, наверное, потеряно, и что они могут признавать очевидное, когда на них ну, нажимают всерьез. Запад есть Запад, Схід є Сходом, ОБВЕ ма інне подейшнє. Запад ответил, в итоге ответил, когда понял, что мы всерьез ведем разговор о необходимости радикальных перемен в сфере евробезопасности, он ответил на те инициативы, ответил позитивно, которые он долгое время отвергал. А насчет того, означает ли это конец истории? Нет, это не конец истории. Я комментировал раньше спекуляции по поводу того, что вот российско-белорусские учения затеяны, чтобы напасть с севера на Украину, захватить Киев. Там же все эти сценарии совершенно параноидальные. Первое питание до министра Лаврова. Для чего, по назданиям, państwa, которые... Я вас уверяю, Запад, если еще не сказал, обязательно скажет. Вот видите, мы как нажали на них, как там, значит, Байден цыкнул, они сразу испугались и выполнили наши требования. Вот и все. Это торговля воздухом. Наши западные коллеги преуспели в этом весьма и весьма. Нам учиться надо таким фортелям, которые они выкидывают. Поразумение покоевого. И загарантовали своими подписами. Мы на своей территории будем делать то, что нам надо, что мы считаем необходимым для своей безопасности. И мы отвергаем попытку наших западных коллег трактовать принципы обязательства ОБСЕ по неделимости безопасности таким образом, что якобы они лучше знают, как обеспечивать безопасность России.